Приветствую вас! Существует мнение, что финансово успешные, даже богатые люди знают какой-то секрет или обладают какими-то особыми талантами, потому что смогли достичь своих целей. Но на самом деле большинство знаний о том, как достичь финансового успеха, является в открытом доступе. Проблема в том, чтобы люди либо знают, но не применяют, либо не владеют этой информацией. Итак, в чем же заключается главное правило финансово успешных людей? А звучит оно банально просто. Заплати сначала себе. Да, заплати сначала себе. Но, к сожалению, большинство людей этого не делают. Что же сюда включается? Это как минимум 5 шагов. Первый шаг – это нужно начать вести семейный или личный бюджет. Если он у вас уже есть, значит, это нужно делать более эффективно. Второй шаг – создать финансовую подушку безопасности. Третий шаг – защитить источник дохода семьи. Но из него вытекает четвертый шаг – это защита кормильца семьи. Потому что есть человек, как правило, который приносит львиную долю дохода. И вот это тоже немаловажно — защитить того, кто приносит больше всего денег семье. Ну и пятый шаг – это, если уже взрослые люди, побеспокоиться о своем будущем, возможно, о том, как я буду жить на пенсии, чтобы не пришлось затягивать поясок. Если есть дети, то побеспокоиться о материальном благополучии детей. 5 шагов. После того, как они выполнены, лучше уже тогда делать какие-то серьезные финансовые операции из того, чтобы вынести деньги из семьи. Например, открыть какой-то бизнес, начать влаживать в криптовалюту, стартапы, делать очень дорогостоящие покупки и так далее. Потому что даже если в этом случае вы потерпите какой-то крах, где-то в чем-то ошибетесь, то этот финансовый провал не станет финансовым провалом вашей семьи. Ваш семейный или личный бюджет не уйдет в минуса, потому что вы в первую очередь заплатили сначала себе. Поэтому, пожалуйста, подумайте над тем, почему стоит следовать этим 5 шагам. Про каждый из них у меня будет выложено отдельное видео на канал. Поэтому не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск очередного ролика. Ну и поделитесь своим мнением в комментариях.